Хватит с меня этих фокусов! Довольно! Что это еще за фазан? На счету Тимофея уже несколько конкурсов, но в проекте такого масштаба принимает участие впервые. На суд жюри представил видеовизитку, где показал себя разноплановым актером. И Петьку петуха, вот такого вот мальчишку простого, и дядю Тарас такого грозного, и старшего конокрад такого злодея с нагайкой в руках. Признание жюри не заставило себя ждать, и юный талант безоговорочно перешел во второй тур. Вообще его творческая карьера началась 3 года назад, буквально случайно выступил, победил. И с тех пор работаем в этом направлении, потому что оно благотворно влияет в целом на его жизнь, на его развитие и воспитание. Это для меня открытие большое, потому что Тимофей оказался, на удивление, невероятно талантливым парнем. Он делает все на раз. Он прекрасно работает с текстом, у него прекрасная речь. Он быстро запоминает, и что самое удивительное, он актерски тут же это все разыгрывает, передает вот эмоции персонажа, сам образ придумывает сам. У него очень живое воображение, и он очень умело это осуществляет в своей актерской игре. Во всероссийском проекте инклюзивного творчества «Необыкновенные люди» приняли участие 689 человек со всех уголков страны. 30 из них были признаны лучшими и вышли в финал. Теперь для них начинается новый этап – образовательный конкурс. Сейчас стартует серия мастер-классов, которые мы, в общем, называем «Разговор с экспертом», где эксперты конкурса поделятся своими впечатлениями и дадут практические рекомендации, советы. Вот прямо сегодня уже выходит первое видео с первым экспертом, с режиссером, с кинорежиссером, клипмейкером из Москвы Эдуардом Ершовым, который нам подскажет, как правильно снять и оформить работу. Прямые эфиры с экспертами запланированы до конца мая. За это время под руководством специалистов будут поставлены уже профессиональные номера, которые 1 июня появятся на сайте «Необыкновенные люди». По итогам голосования зрителей и экспертов в каждой номинации выберут 2 человека. В октябре они представят свои работы на грандиозном концерте. Наталья Кудряшова, Владимир Котегов, Урал-1.